Атмосфера сражений, кровопролитных боев в работах фронтовых художников. В арт-галерее «Фирст» открыли выставку «Дорогами войны», посвященную 74-й годовщине Великой Победы. На картинах запечатлели героические будни солдат. Здесь работы художника Петра Баранова. Работы моего отца, военного художника студии Грекова, Петра Ивановича Баранова. Ну, я только принесла, а сейчас идет большая выставка, целый месяц еще будет на площади Коммуны, на площади Суворова теперь, да, в доме российской армии. Перед началом выставки представили фильм об истории Химок и о участии городского округа в военных действиях.